Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. You're in the group. Okay. So we're reading chapter 28, Existential Ecstatic Love, under the subheading Becoming Stunned. Итак, мы читаем 28 главу, которая называется «Экзистенциальная экстатическая любовь», и мы дошли до пункта оцепенения. Rupa Goswami is describing different types of bhava which are awakened in devotees. И Рупа Госвами описывает различные типы бхавы, которые просыпаются в преданных. So there are different symptoms of ecstatic love, and we heard about things like belching and laughing like a madman. И существуют различные проявления экстатической любви, и мы уже прочитали с вами о таких ее проявлениях, как отрыжка и belching and laughing like a madman. И смех, громкий смех, как у безумца. So that was in the previous chapter. That was describing another kind of ecstasy. That was describing anubhava. И обо всем об этом мы читали в предыдущей главе. И все эти признаки, они касались анубавы. So now we're hearing about what happens when a devotee becomes very intensely affected by love for Krishna. А теперь мы читаем о том, когда преданный очень интенсивно находится в состоянии интенсивного воздействия под любовью Кришны. So it was mentioned there are 8 symptoms of existential ecstatic love. Говорится, что существует 8 типов проявления экзистенциальной экстатической любви. So we're hearing about the first one, becoming stunned. И мы прочитали, we just need to start to read about it, yeah? Yeah. И сейчас мы будем читать о первом из них, оцепенение. So go ahead. Оцепенение может быть вызвано экстатическим ликованием, страхом, изумлением, скорбью или гневом. Этот признак проявляется в том, что человек замолкает, перестает двигаться, ощущает опустошенность и острое чувство разлуки. Шри Гатини? Я. Описывая Видури игры Кришны, Удава сказал: «Однажды Кришна, переодевшись садовницей, вошел в оранжерею и стал подбадривать гопи шутками и смехом. При виде его ошеломленные гопи застыли на месте. Когда же Кришна вышел из оранжереи, они в таком экстазе провожали его взглядами, что казалось, будто их умы и глаза последовали за ним. Эти признаки свидетельствуют о том, что гопи, не закончив своей работы, застыли на месте, охваченные экстатической любовью». Mm-hmm. All right. So Prabhupada begins his description of becoming stunned by describing the different causes of people becoming stunned. И Прабхупада начинает с того, что перечисляет различные причины того, как люди впадают в оцепенение. So he said it's caused by, one reason could be fearfulness, another was ecstatic tribulation, another was astonishment, and then lamentation and anger. И он говорит, что это может быть страх, ликование, изумление, скорбь и гнев. So this symptom of becoming stunned is it's manifested when a person will stop talking, or he stop movements, doesn't move anymore, or It could also be that he feels just empty, and another feeling could be separation. И этот признак оцепенения проявляется в том, что человек замолкает,
перестает двигаться, ощущает опустошенность и острое чувство разлуки. So then we have an example of what from the scriptures, from the pastimes, about how the gopis become stunned. И далее приводится цитата из священных писаний, описывающая то, как гопи впадают в оцепенение. So it said Uddhava, who was Krishna's secretary and friend, Uddhava was describing Krishna's pastimes to Vidura. И здесь приводится пример Удавы, который был другом, секретарем Кришны, и Удава разговаривает с Видурой. Vidura is also a great devotee because he was the son of Vyasadeva, produced by the semen of Vyasadeva. И Видура, он также является великим преданным. Он был сыном Вьясадевы, то есть он был рожден из семени Вьясадевы. And he was the brother of Dhritarashtra. Он был братом Дхритарашты. And it said he is also Yamaraj, who has come to take part in Krishna Lila. И также он, и говорится, что он также является Ямараджем, который приходит принять участие в лилах Кришны. So Vidura is also, then he met with Uddhava and he was asking Uddhava about Krishna's pastimes. И Видура встретился с Уддавой и расспрашивал его об играх Кришны. So it said one day the gopis became stunned when Krishna. Well, one day the gopis became stunned. И однажды гопи впали в оцепенение. And the reason was because Krishna was in the dress of a gardening maid. И причина этому было то, что Кришна переоделся в одежды садовницы. And he entered the greenhouse and he began to joke with the gopis and laughing with the gopis. И он вошел в сад и начал шутить с гопи, смеяться с ними. So when Krishna left the greenhouse, then the gopis were seeing Krishna with great ecstasy. И когда Кришна вышел из сада, гопи, они были в полном экстазе. And when Krishna left them, then both their eyes and their minds were following Krishna. И когда Кришна ушел, их глаза и умы последовали за ним. Because Krishna had been pleasing them and joking with them and laughing with them, so they'd all become very attached to Krishna. И поскольку Кришна принес им много радости, смеялся, поэтому они были очень к нему привязаны. But that attachment was actually became bhava, became ecstatic love for Krishna. И эта привязанность на самом деле стала бхавой, экстатической любовью к Кришне. And it resulted in the gopis becoming stunned. И это проявилось в том, что гопи впали в оцепенение. So the symptoms which the gopis displayed showed that the gopis' business had not finished. И эти признаки свидетельствуют о том, что гопи застыли на месте, не закончив своей работы. And they had become stunned with ecstatic love. И они застыли на месте, охваченные экстатической любовью. Okay, go ahead. В другой раз этот признак проявился, когда толпа борцов окружила Кришну на помосте для жертвоприношения, устроенного Камсой. Увидев Кришну в окружении борцов, его мать Деваки оцепенела, и глаза ее высохли. So another example is given that when Krishna was surrounded by the wrestlers in the arena in Mathura. И приводится также еще один пример, когда Кришна находился. Камса had a
Kamsa had a wrestling match for Krishna. Когда Кришну окружили борцы на арене, на арене для борьбы в Матхуре, когда Камса устроил ему борцовский поединок. So Krishna found himself surrounded by all these wrestlers. И Кришна, Кришна обнаружил, что его окружают все эти борцы. So when Mother Devaki saw Krishna in that situation, she became stunned. И когда матушка Деваки увидела его в таком окружении, она оцепенела. She would be so worried, she'd be so much afraid for Krishna that oh, he has to fight all these big wrestlers. И она очень беспокоилась за Кришну, очень переживала за него, потому что он должен был сразиться со всеми этими огромными борцами. So when Mother Devaki saw the situation, her eyes dried up, just seeing Krishna among all these wrestlers. И когда матушка Деваки увидела Кришну в окружении этих борцов, она, ее глаза высохли. Go ahead. Аналогичный случай произошел с Господом Брахмой. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам 13.56 объясняется, что когда Брахма осознал, что этот пастушок и есть сама Верховная Личность Бога, он оцепенел. Увидев, что все пастушки снова играют вместе с Кришной, он застыл на месте, и все его чувства прекратили свою деятельность. Застывший в оцепенении Господь Брахма оказался золотой статуей с четырьмя головами. В другой раз, когда обитатели Враджа увидели, как Кришна левой рукой поднял холм Говардхана, они тоже оцепенели. Mm-hmm. All right, so we've got another example. And this is the astonishment of Lord Brahma. И приводится еще один пример. Этот случай произошел с Господом Брахмой. In the 10th canto, 13th chapter, verse 56 of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma understood that the cowherd boy was the Supreme Personality of Godhead. И в 10-й песне, 13-й главе, 56-м стихе Шримад Бхагаватам объясняется, что Брахма осознал, что пастушок — это и есть Кришна, Верховная Личность Бога. When Lord Brahma understood that Krishna was the Supreme Personality of Godhead, he became stunned, and all of his senses stopped. И когда Брахма осознал это, что Кришна и есть Верховная Личность Бога, он впал в оцепенение, и все его чувства прекратили свою деятельность. And then he saw all the cowherd boys with Krishna. Brahma was so stunned, he became like a statue with four heads. И когда Брахма увидел, что все мальчики-пастушки снова играют с Кришной, он застыл на месте, и он казался золотой статуей с четырьмя головами. So Brahma thought he had stolen all the cowherd boys, but Krishna expanded himself and took their place. Брахма думал, что он украл всех мальчиков-пастушков, но Кришна занял их место и стал, сам проявился в виде мальчиков-пастушков. Not only did he take the place of the cowherd boys, but Krishna took the place of all the cows, which Brahma stole as well. И Кришна занял место не только пастушков, но и всех, всех коров, которые украл Брахма. And this went on for 1 year, because one moment of Brahma's time was 1 year on this planet. И все это продолжалось в течение одного года, поскольку одно мгновение Брахмы — это один год жизни на этой планете. So when Brahma saw this, he was just completely stunned. He just became like a statue. И когда Брахма увидел все это, он полностью оцепенел, он застыл словно статуя. And another example was given that when the people of Vrindavan, the residents of Vrindavan, when they saw that Krishna had lifted Govardhan Hill with his left hand, then they became stunned. И также приводится пример того, как обитатели Вриндавана, увидев, как Кришна левой рукой поднял холм Говардхана, они тоже оцепенели. Go ahead.
Оцепенение может быть вызвано скорбью. Когда Кришна входил в живот демона Бакасуры, все полубоги с высших планетных систем застыли, охваченные скорбью. Нечто подобное произошло с Арджуной, видевшим, как Ашватхама пытается выпустить в Кришну свою брахмастру. So, we're giving some more examples. Another example, which was caused by lamentation, was when Krishna was swallowed by the Bakasura demon. И следующий пример, который приводится в связи с этим чувством, это когда Кришну проглотил демон Бакасура. Бакасура came in the form of the big bird with a big beak, and he, with his big beak, he came and he swallowed Krishna, and Krishna went into his belly. И Бакасура — это демон, который предстал в виде большой птицы с огромным клювом, и когда он увидел Кришну, он проглотил его. So all the demigods had been watching because they saw this demon, and they knew it's a very powerful demon. He was one of the friends of Kamsa, and he was the brother of Putana. И когда полубоги увидели все это, они знали, что Бакасура очень могущественный демон, и он брат Путаны. Yeah, they were, and then Ага was also from that family. И демон Ага тоже был из их семьи. So there's really they were really powerful demons, and Baka, this Baka came in the form of a big bird, and somehow he got Krishna in his beak and swallowed him. But then Krishna came. All the demigods were watching. When they saw Krishna enter into the belly of the demon, all the demigods became stunned. И Бакасура был из семьи этих могущественных демонов, и когда и полубоги знали об этом, и когда Кришна входил в живот демона Бакасуры, все полубоги застыли, охваченные скорбью. So they were all lamenting. They thought, "Oh, Krishna's finished. Krishna's been killed by the bird." И они все скорбели о том, что Кришна, с Кришной покончено, его убила эта птица. But Krishna came out. Krishna got out of the mouth of the bird. Но Кришна выбрался из клюва птицы. And Krishna got out, and then he bifurcated the mouth of the demon, that bird. And Krishna what? He bifurcated, he broke open the mouth, the beak. И он разорвал клюв этой птицы. Mm-hmm. And there's another example which is given of becoming stunned, and that is when Arjuna saw Ashwatthama was going to release the Brahmastra at Krishna. И также приводится еще один пример оцепенения. Это когда Арджуна застыл, увидев, как Ашватхама пытается выпустить в Кришну свою Брахмастру. So Ashwatthama was the son of Drona, and Dronacharya had been killed in the battle. И Ашватхама был сыном Дроны, а Дроначарья был убит в битве. So Ашватхама, he was on the side of the Kurus. He was along with Dhritarashtra and all of the sons of Dhritarashtra. They were all on the side of the Kurus, and Ашватхама was also on that side, fighting against the... Haribo? Yes, we can hear you now. Okay. So this internet very unstable again. Okay, go ahead. Next one, perfection. Oh no, perspiring. И следующий признак — это испарина. Пример того, как человек покрывается испариной от восторга, отписан в Шримад-Бхагаватам. Одна из гопи обратилась к Радхарани с такими словами.
Дорогая Радхарани, ты зря сетуешь на солнце. Я-то знаю, что ты вспотела только от того, что при виде Кришны тебя охватило слишком сильное вожделение. All right, so perspiring. In other words, you know, you sweat, water coming out from your skin pores. Испарина — это когда вода сочится из пор на вашей коже. So there's an example in the Srimad Bhagavatam. It's about one gopi talking to Radharani, and she's telling Radharani that, oh, Radharani, you're complaining about the sunshine unnecessarily. И здесь приводится пример разговора гопи, одной гопи с Радхарани. И она говорит: о, дорогая Радхарани, ты зря сетуешь на жар солнца. Radharani was saying, you know, because of the sun, it's so hot, I'm perspiring, I'm sweating. И Радхарани, она сказала, что из-за солнца очень жарко, и поэтому меня бросает в пот. But the other gopi said, no, come on, we know why you're perspiring. It's not because of the sunshine. It's only because you're too lusty at seeing Krishna. А другие гопи сказали: ну ладно, ладно, мы-то знаем, что ты вспотела не от жара солнца, а от того, что ты увидела Кришну и тебя охватило слишком сильное вожделение. Just like when the young woman sees the young man who she's in love with, she may feel also the perspiration, the awakening of lusty desires in her heart, which causes her to also perspire. И это подобно тому, как молодая девушка видит своего возлюбленного, и ее бросает в жар, и ее тело покрывает испарина. So this is in the material world is a perverted reflection of the pure love which Radharani has for Krishna. И в материальном мире это искаженное проявление любви, которое Радхарани испытывает Кришне. Go ahead. Испарина, вызванная страхом, появилась у Рактаки, одного из слуг Кришны. Однажды Кришна оделся точь-в-точь, как Абхимани, муж Радхарани. Абхиманию не нравилось, что Радхарани встречается с Кришной. Поэтому, когда Рактака, не узнавший Кришну в чужой одежде, принял его за Абхиманию, он стал громко его отчитывать. Когда же в конце концов Рактака понял, что перед ним стоит Кришна, переодетый в Абхиманию, его прошиб пот. Это испарина была вызвана страхом. All right. So this is a pastime describing that sometimes due to fear, the person may also perspire. И здесь приводится лила, когда человек может покрываться испариной из-за страха. And the example is given in relation to one of Krishna's servants in Vrindavan, who is called Raktak. Этот пример приводится в связи с одним из слуг Кришны во Вриндаване, которого звали Рактака. Krishna has these different servants in his home there in Vrindavan, and Raktaka is one of them. То есть во Вриндаване у Кришны было много слуг дома, и Рактака был одним из них. So it's described that one day Krishna was disguising himself to look like Abhimanyu, who is the husband of Radharani. И говорится, что однажды Кришна оделся в точь, как Абхиманю, муж Радхарани. So Abhimanyu, he's married to Radharani. He doesn't like his wife Radharani to associate with Krishna. И Абхиманю, он женился, был женат на Радхарани, ему не нравилось, что его жена Радхарани общается с Кришной. So when Raktak saw Krishna dressed like Abhimanyu, he thought it was Abhimanyu. И когда Кришна оделся как Абхиманю, Рактака подумал, что это и есть Абхиманю. He didn't know this is Krishna. He was thinking,
oh, this is Abhimanyu, Radharani's husband. И он подумал, что из-за того, как Кришна оделся, он подумал, что это и есть Абхиманию, муж Радхарани. So Raktat is the servant of Krishna, and he doesn't like Abhimanyu. Рактака, слуга Кришны, ему не нравился Абхиманию. So when Raktaka saw Krishna, who was actually looking like Abhimanyu, he thought it was Abhimanyu, and he began to complain about him. И когда Рактака увидел Кришну, переодетого в Абхиманию, и подумал, что это и есть Абхиманию, то он начал громко его отчитывать. But then, after some time, Raktak finally understood this was not Abhimanyu, this was actually Krishna dressed like Abhimanyu. Но спустя какое-то время Рактака понял, что это не Абхиманию, а Кришна, переодетый в него. So then Abhimanyu began to sweat due to fear. И поэтому Рактаку прошиб пот из-за страха. Because he was afraid, because he's a servant of Krishna, and he was speaking nasty about Krishna, but he didn't know it was Krishna. He was thinking Krishna was Abhimanyu. Поскольку он был слугой Кришны, он наговорил ему столько неприятных слов, а потому что думал, что Кришна — это Абхиманию. Go ahead. Испаренная, вызванная гневом, выступила на теле Гаруды, орла, носящего вишни. Однажды царь небес Индра посылал ливневые дожди на Вриндаван. Гаруда, взлетевший над облаками, наблюдал за этим и так разгневался, что вспотел. So this is an example which shows that sometimes people become very angry, then they may also perspire. И этот пример показывает то, что испарина иногда выступает на теле тех, кто впадает в гнев. And the example is how Garuda saw something which made him very angry. И здесь показывается, как Гаруда вспотел из-за того, что что-то привело его в сильный гнев. So Garuda is he's the king of all birds, and he's the carrier of Lord Vishnu. И Гаруда — это царь птиц, и он носит на своей спине Господа Вишну. So it happened that when Indra was sending the clouds over Vrindavan to flood Vrindavan, then Garuda was watching. Garuda was watching from above the clouds, and when he saw what Indra was doing, he was very angry. И однажды царь небес Индра послал ливневые дожди на Вриндаван, а Гаруда, взлетевший над облаками, он увидел все это и очень разгневался. Go ahead. Next one is standing of the hairs on the body. И следующее проявление экзистенциальной экстатической любви — это вставшие дыбом волосы на теле. Когда Ишода обнаружила во рту Кришны все планетные системы Вселенной, волосы на ее теле встали дыбом. Она попросила Кришну раскрыть рот пошире, чтобы посмотреть, не ел ли он грязь. Однако, когда Кришна открыл рот, она увидела у него во рту не только всю Землю, но и великое множество других планет. От этого волосы на ее теле встали дыбом. All right. So standing of the hair, we have an example of Mother Yashoda when she found in Krishna's mouth, she saw in Krishna's mouth all the universe. И здесь приводится пример матушки Ишоды, которую волосы на теле которой встали дыбом от того, что она увидела во рту Кришны всю Вселенную. The cowherd boys and Balaram, they had complained about Krishna to Mother Yashoda, and they told Mother Yashoda, Krishna has been eating dirt. Мальчики-пастушки, они нажаловались матушке Ишоде на Кришну и сказали, что Кришна ел грязь. And Mother Yashoda called Krishna and she asked him, have you been eating dirt? И матушка Ишода подозвала Кришну и спросила его, ты ел грязь?
And Krishna tells Mother Yashoda that, oh, these other cowherd boys, Balaram, they're envious of me, they're just complaining about me, I haven't been eating dirt. И Кришна сказал, о, все эти мальчики-пастушки и Баларам, они мне все просто завидуют, и поэтому они сказали, что я ел грязь, но я ничего такого не делал. So Mother Yashoda asked Krishna, all right, then open your mouth, let me see. И матушка Ишода тогда сказала, ну хорошо, тогда открой свой рот, и я посмотрю. And when Krishna opened his mouth, then Mother Yashoda, she saw within the mouth of Krishna, she saw all the universal planets. И когда Кришна открыл свой рот, матушка Ишода увидела там все планеты Вселенной. She didn't just see only the Earth planet, which they were on, but she saw all the planets within the universe, so everything was in his mouth. То есть она увидела не только планету Земля, но и все планеты Вселенной. And this caused Mother Yashoda's bodily hairs to stand on end. И это стало причиной того, что все волосы на теле матушки Ишоды встали дыбом. We could imagine it would be quite a shock if you were to look into your mouth, into the mouth of your child, and you were to see a whole universe with all the planets, it would really, wow, it would be so surprising. И мы можем себе представить, если, допустим, вы заглядываете в рот своего ребенка и видите там все планеты, системы планет, планетные, всю Вселенную, и, конечно, вы это для вас становится большим удивлением. Okay, go ahead. Иногда волосы на теле встают дыбом от восторга. Это описано в 10-й песне Шримад Бхагаватам 13.10, где рассказывается о гопи, танцевавших с Кришной танец расы. Во время этого танца Кришна внезапно исчез вместе с Радхарани, и гопи бросились его искать. Разыскивая его, они обращались к Земле. Дорогая планета Земля, через сколько аскез и эпитимий ты должна была пройти, чтобы заслужить право постоянно ощущать на себе прикосновение лотосных стоп Кришны? Твой восторг выдают деревья и растения, подобные волосам на твоем теле. Так величественно они вздымаются. Скажи, как ты впервые ощутила это? Испытываешь ли ты этот восторг с тех пор, как тебя коснулись стопы Ваманы, или с тех пор, как Господь спас тебя, воплотившись в Арахай? All right, so another symptom of the standing on the hairs is given in the 10th canto, 30th chapter, verse 10 of the Srimad Bhagavatam about the gopis who are doing rasa dance with Krishna. И еще один пример того, как волосы встают дыбом от восторга, приведем в 10-й песне. Шримад Бхагаватам в 13 главе, в 10 стихе, где рассказывается о гопи, танцевавших с Кришной танец раса. So during the rasa dance, at one point, Krishna suddenly disappears along with Radharani. И во время танца раса Кришна внезапно исчез вместе с Радхарани. And so naturally, when the gopis realized that Krishna has disappeared, then they all went to look for him. И когда гопи осознали, что Кришна исчез, конечно же, они начали искать его. And in the Srimad Bhagavatam it describes how the gopis were asking different people, have you seen Krishna? И в Шримад Бхагаватам рассказывается о том, как гопи спрашивали различных людей, видели ли вы Кришну. And they even talked to the earth, they talked to the earth planet, and they asked the earth planet, Dear mother planet, earthly planet, have you seen Krishna? Они даже спросили мать землю об этом, дорогая мать земля, дорогая планета земля, видела ли ты Кришну? And they said to the earth, you must have done many austerities and penances, because you're so fortunate that the lotus feet of Lord Krishna are always touching your surface. И они сказали, дорогая планета Земля, ты должна была пройти через множество аскез, чтобы заслужить эту возможность постоянно ощущать на себе прикосновение лотосных стоп Кришны.
And then the gopis say to the earth, you must be very jubilant, you must be ecstatic, because the trees and the plants, are, which are just like hair in your body, they're all standing erect. И должно быть, ты испытываешь очень сильный восторг от этого, поскольку все деревья и растения, подобные волосам на твоем теле, все они вздымаются, как будто встали дыбом. So then the gopis ask Mother Earth, they ask the Earth, when did you first get these symptoms? И гопи спросили, а когда впервые ты ощутила эти симптомы? Is it, did you get these symptoms since you were touched by Lord Vamanadev, when Lord Vamanadev took two steps of land and covered the whole universe? Was it at that time you got these ecstatic symptoms? Испытываешь ли ты эти экстатические симптомы с тех пор, как с того момента, как тебя коснулись стопы Ваманадева, когда он сделал два шага и таким образом охватил всю вселенную? Or maybe you got these symptoms when the earth picked you up from the bottom of the Garbhodak ocean, when Krishna came in the form of Lord Varaha and picked up the earth from the bottom of the universe. Или, может быть, ты испытываешь этот восторг с тех пор, как Господь Кришна в форме Варахи поднял тебя со дна Вселенной. So, actually, I just went to a holy place not far away from Mayapura, but we had to travel by car for about 5 hours. We went to a place called Kanai Natsala. You're now there, or it was... No, before. Before. И недавно мы путешествовали, и от Майапура мы доехали на машине до... Мы ехали 5 часов, и мы доехали до места, которое называется... How does this place called? Kanai Natsala. Это место называется Kanai Natsala. So Kanai is the name of Krishna. Kanai means the younger brother. И Kanai это имя Кришны. Kanai означает младший брат. Well, there's Dauji. Dauji means the big brother, and Kanai means the younger brother. И Dauji это значит старший брат, а Kanai это значит младший брат. And Natsala means the place of dancing. А Natsala это значит место танца. So it said when Radha and Krishna disappeared from the Rasa Lila, that they would go to this place, Kanai Natsala. И когда Радха с Кришной исчезли с танца Раса, они как раз отправились в это место, Kanai Natsala. It's a very special holy place. It's right on the side of the Ganga. И это очень особое святое место. Оно находится как раз на берегу Ганги. Mother Ganges flows right by Kanai Natsala. We have a temple there, one Babaji. There was one Babaji, he was more than 100 years old, and he donated the land to ISKCON. И Ганга непосредственно протекает через это святое место, и там находится храм, и один Бабаджи, которому уже более 100 лет, он пожертвовал эту землю ISKCON. So we have a little temple there. It's a nice temple. It's on a hill, right at the side of the Ganga. И у нас там есть поэтому небольшой храм, и это очень прекрасное, красивое место. И он как раз находится на берегу Ганги. Он стоит на возвышенности, находится на берегу Ганги. And 500 years ago, Lord Chaitanya came there. 500 лет назад Господь Чайтанья приходил туда. Lord Chaitanya came there after he came from Gaya. He'd been in Gaya and he'd taken initiation from Ishwarapuri. And he came to Kanai Natsala. И он пришел в этот храм в Kanai Natsala после того, как он получил посвящение у Ishwarapuri. And when he was in Kanai Natsala, Krishna appeared to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Krishna embraced him.
И когда он был в Кананацале, Кришна явился перед Господом Чайтанья Махапрабху и обнял его. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu was in the mood of Radharani. И Господь Чайтанья Прабху, он был в настроении Радхарани. So Krishna came to him and embraced him, and Lord Chaitanya became so ecstatic. И поэтому Господь Кришна пришел к нему и обнял его, и Господь Чайтанья испытал экстаз. So it said, you know, when Krishna and Radharani disappeared from the Rasa dance in Vrindavan, at that time they go to Kanainatsala. И когда Кришна и Шримати Радхарани исчезли с танца Раса, они отправились в это место Канайнатсала. And then all the gopis, they're looking, they're going everywhere in Vrindavan, asking everyone, did you see Lord Krishna? Where did he go? И тогда гопи стали по всему Вриндавану у всех спрашивать, вы не видели Кришну, куда отправился Кришна? Go ahead. И иногда Кришна затевал шуточные сражения со своими друзьями-пастушками. Когда он во время этих шуточных сражений дул свой рожок, Шридама, сражавшийся на стороне противника, чувствовал, как волосы на его теле встают дыбом. Также то же самое случилось с Арджуной. Когда он увидел гигантскую вселенскую форму Кришны, волосы на его теле встали дыбом. So we're given some more examples about the hair standing on end. And the one example is when Krishna will sometimes do fighting a lot with the cowherd boys. They fight each other, playing. Not a real fight, but playing with each other. They wrestle and fight. И еще приводятся другие примеры того, как волосы встают дыбом. Иногда Кришна затевал шуточные сражения со своими друзьями-пастушками. So it said when Krishna was playing in this fighting with one of the cowherd boys named Shridam, at that one point Krishna blew his buffalo horn. И когда как-то раз Кришна сражался со своим другом Шридамой, он подул в буйволиный рожок. Because Krishna is a cowherd boy, so he carries a horn with him, as well as so many other things like the rope for tying the leg of the cow. И поскольку Кришна был пастушком, он носил с собой очень много всяких разных необходимых вещей. Например, кроме рожка, он носил, например, веревку, которую можно было которую он связывал, допустим, привязывал к ноге коровы. And another example is given that when Arjuna saw Krishna's universal form, like in the Bhagavad Gita in the 11th chapter, Arjuna wanted to see Krishna's universal form. So at that time, Arjuna's hair stood on end. Приводится также пример Арджуны, который описывается также в 11 главе Бхагавад Гиты, когда Арджуна увидел вселенскую форму Кришны, волосы на его теле встали дыбом. And in Lord Chaitanya's Shikshastikam prayers, Lord Chaitanya also talks about hair standing on end. И также в своих молитвах Шикшаштака Господь Чайтанья также говорит о том, что волосы дыбом, встали дыбом на его теле. That comes in the sixth, number six verse of the Shikshastikam. Nayanam Galadash Rudaraya Vadanam Gadgad Arudaya Gira Pulakaya Nichitam Vabhu Kala Tavanamagrahin Bhavishyati. O Almighty Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant the holy name? И это говорится в шестом стихе Шикшаштаке, о мой Господь, когда глаза мои наполнятся слезами, а волосы на моем теле станут дыбом. When will my words choke up on uttering the holy name? И когда же would you repeat please once again? When will my words choke up when I utter the holy name?
И когда же мой голос дрогнет, когда я буду произносить твое святое имя? And when will all the holes of the hairs on my body stand on end at the recitation of the holy name? И когда же волосы на моем теле встанут дыбом от произнесения твоего святого имени? So this, in the sixth verse, Lord Chaitanya is describing the aspiration of the devotee to achieve bhava. В этом шестом стихе описывается опыт преданного, воодушевление преданного, когда он испытывает бхаву. Okay, go ahead. Faltering of the voice. Дрожь в голосе. Когда Кришна взошел на колесницу, которую правил Акрура, собираясь уезжать в Матхуру, Ишода и Гопи пытались помешать его отъезду и загородить ему дорогу, а Радхарани, дрожащим от волнения голосом, стала умолять Ишоду как-нибудь остановить Акруру. So the example is given that when Krishna was going to go to Mathura on the chariot, Akrura had come from Mathura, sent by Kamsa, and Kamsa had given Akrura a new chariot to go and bring Lord Krishna and Balaram to Mathura. И рассказывается, здесь приводится пример, когда Акрура приехал за Кришной, собираясь отвезти его в Матхуру. И Камса, он прислал Акруру для того, чтобы тот привез его в Матхуру и для этого дал ему новую колесницу. Камса told Акрура that you go to Vrindavan and bring those two boys, because Камса had heard that they were actually the sons of Vasudev, and they were this boy Krishna was the one who was going to kill him. И он отправил Акруру для того, чтобы тот привез двух мальчиков, Кришну и Балараму, поскольку он знал, что это сыновья Вьясадевы, и один из них, Кришна, он убьет его. So Kamsa arranged different events. He arranged, first of all, there was to be the big elephant, Kuvala Yapida, at the gate of the entrance to the arena, and the elephant was meant to kill Krishna. И Камса очень постарался встретить Кришну. Он устроил там различные, организовал мероприятия, как, например, устроил так, что в воротах, которые вели на арену, на борцовскую арену, Кришну встретил слон Кувала Япида. And there was a big bow there also, the huge bow, and Krishna broke the bow, he bent the bow and broke it. И также был огромный лук, который Кришна поднял и сломал. And then there was the wrestling match, and they had all these huge wrestlers like Chanura and Mustika and Toshala. They were all very big, strong people, like twice the size of Krishna and Balaram. И также это и был организован борцовский матч, в котором участвовали такие могучие борцы, как Чинура, Муштика, Тошала. Они были настолько огромны, что размер их тела в два раза превышал размеры тела Кришны и Баларамы. So naturally, Mother Yashoda and all the gopis, they did not want Krishna to leave Vrindavan. И на самом деле матушка Ишода и Гопи, они не хотели, чтобы Кришна покидал Вриндаван. And so when Akrura came there, they were not very happy. They didn't want Krishna to go, and they tried to stop him. И поэтому, когда Акрура прибыл туда, они не хотели, чтобы он увозил его, и они попытались на самом деле остановить его. They were trying to hold the chariot back. They wouldn't let Akrura go. They wouldn't let him leave. They wanted Krishna to stay in Vrindavan. И они попытались остановить колесницу, не позволить Акруре увести Кришну. Они хотели, чтобы Кришна остался во Вриндаване. So Srimati Radharani, she has the most deepest intense love for Krishna.
И Шримати Радхарани испытывала самую сильную любовь к Кришне, интенсивную любовь к Кришне. So she came to Mother Yashoda, and she begged Mother Yashoda to please stop Акрура. И поэтому она отправилась к матушке Ишоде и стала умолять ее остановить Акруру. And when she was speaking to Mother Yashoda, her voice was faltering. И когда она разговаривала с матушкой Ишодой, ее голос дрожал. So, in other words, her words were not clear. Her voice was breaking. Ее слова были сбивчены, голос прерывался. So this was, of course, this is a very, very painful situation for Mother Yashoda and the gopis to see Krishna leave them. Конечно же, это была очень болезненная ситуация для матушки Шоды и всех гопи видеть, как Кришна покидает их. And the parallel pastime in Chaitanya Lila is when Lord Chaitanya takes sannyas. И подобная же ситуация происходила в Чайтанье Лиле, когда Господь Чайтанья принимал саньясу. When Lord Chaitanya took sannyas, he was a young man, he was only 24, and he had an elderly mother and a very young wife who was only 16. И когда Господь Чайтанья принимал саньясу, он был очень молодым человеком, ему было 24 года, и у него была престарелая мать и очень молодая жена, которой было 16 лет. So when Lord Chaitanya took sannyas, the barber didn't want to shave his head. И когда Господь Чайтанья принимал саньясу, то парикмахер, цирюльник не хотел брить его голову. The barber thought, you know, he had such beautiful hair, he had such long, nice black hair. It was very beautiful, and they thought to shave his head, it's not nice, it's not good. И цирюльник думал, невозможно постричь такие красивые, замечательные, длинные, черные волосы, это нехорошо. Anyway, Lord Chaitanya, he left Mayapur early in the morning, he left his home without telling his wife or anyone. He just simply left in early in the morning. And he swam across the Ganga. И Господь Чайтанья покинул свой дом в Майпуре очень рано утром, чтобы никто не видел его, и он пересек Гангу. So he swam across the Ganges and he went to the place Katwa. И переплыв Гангу, он отправился в место, в местечко, которое называется Катва. So he had not told his wife, but he told some of his friends. He told Lord Nityananda, and he told Gadarhar, and he told Mukunda. So these different friends, they'd all come there to Katwa. И он ничего не сказал, он ушел, ничего не сказав своей жене, но он сказал об этом своим друзьям, он сказал об этом Господу Нитянанде, Гададхару, Мукунде. So Lord Chaitanya swam across to Katwa, and there's an ashram there of Keshava Bharati. He has his ashram in Katwa. И после того, как Господь Чайтанья пересек Гангу, он отправился в местечко Катва, где пошел в ашрам Кешава Бхарати. And Кешава Бхарати, Lord Chaitanya had already met Кешава Бхарати before. He knew him. И Господь Чайтанья уже до этого встречался с Кешава Бхарати, он знал его. And he knew Кешава Бхарати is not a Mayavadi, he knew he's actually a devotee. И узнал, что Кешава Бхарати, он не майявади, на самом деле преданный. Although Кешава Бхарати was initiated in the line of Shankaracharya, he was not a майявади. И несмотря на то, что Кешава Бхарати принял инициацию в линии Шанкарачарьи, он не был майявади.
So Lord Chaitanya had he went there to take sannyas from him. И поэтому Господь Чайтанья хотел принять саньясу у него. So when they shaved his hair, they put his hair in samadhi, and there's a samadhi there for the hair from Lord Chaitanya's head. И когда Господь Чайтанья обрезал свои волосы, сделали эти волосы, положили в самадхи. То есть существует самадхи, где находятся волосы Чайтанья Махапрабху. You know, our hair is just a waste product. It's a dirty thing, a horrible thing. И вы знаете, что, например, наши волосы — это лишь продукт нашей жизни, отходы нашей жизнедеятельности. But, это такая ужасная вещь. But Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, so his hair is not ordinary. Но Господь Чайтанья — это Верховная Личность Бога, поэтому его волосы — это нечто необычное. But when he took sannyas, he has to shave the head, he has to cut all the hair off. Но когда он принял саньясу, он должен был обрезать свои волосы. So they put that hair in samadhi. It's there in samadhi at the place in Katwa. И эти волосы положили в самадхи в этом местечке Катва. Yeah, if you go to Katwa, it's not very far away from Mayapur. You can go quite easily, 1 hour in the train. И если вы отправитесь в Катву, на самом деле это место недалеко от Майяпура, это час на поезде. And you can see the place where there's a tree there, under which the tree Lord Chaitanya sat to take sannyas. And the ashram of Keshava Bharati is there, and also the samadhi of Lord Chaitanya is here. И вы увидите дерево, под которым Господь Чайтанья принял саньясу. Вы увидите ашрам Кешава Бхарати, а также самадхи, где лежат волосы Господа Чайтаньи. Mm-hmm. So, the faltering of the voice, we're hearing about this okay, maybe we'll stop here. Сегодня мы здесь остановимся. We can continue. Okay, are there any questions today? Yes, there are some questions in the chat. Елена Матыш Дмитриева, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, мне поклон, извините. Такой вопрос. А почему-то мне видится различие между разными служениями, что, например, одно служение важнее другого. А Шрила Прабхупада пишет, что одинаково важно любое служение. Гуру Махарадж, помогите, пожалуйста, мне понять эту истину, что любое служение одинаково важно и нет разницы, каким служением заниматься. Или вначале нормально выделять какое-то служение больше другого. Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances. My question is, for some reason I just can see the difference between different services. For example, that one service is more important than another. And Srila Prabhupada writes that any service is equally, the importance of any service is equal. Guru Maharaj, please help me to understand the truth. Any service is equally important and there is no any difference. Which service to engage in, or at first it's normal to put on the first place some service more than another. Yes, it's natural. We will have some services we like to, we enjoy, we take greater pleasure in than others. Да, это нормально, что есть служения, которые нам нравятся больше, поэтому мы их выделяем. But we have to understand all different services have to be done. You may get more pleasure from doing one service than another. Other things you have to do.
Но мы должны понимать, что есть служение, которое мы просто должны сделать. То есть вам может нравиться какое-то одно определенное служение, но остальные вещи вы просто должны делать. Just like we take pleasure in eating, but we have to cook often also in order to eat. We may not enjoy the cooking, but still we have to cook in order to eat. Например, если вам нравится кушать, но не нравится готовить, тем не менее, мы должны готовить пищу, чтобы потом кушать. We have to take care of the body. Just like the body, the different needs of the body have to be met. It may not be so pleasing, but we have to do it. И также мы должны удовлетворять некоторые потребности тела. Возможно, они нам не нравятся, все эти вещи, но тем не менее мы должны делать это, потому что наше тело в этом нуждается. So the same way with service, different services, with some services, you know, we have to understand they're important, they have to be done. We may not get a lot of pleasure from doing it, but still we have to do it. И точно так же со служением, то есть служения, которые нам могут не нравиться, но тем не менее мы должны их делать. So we have to understand what's necessary, do what is necessary. И поэтому мы должны понять, что делать следует, что делать необходимо. Don't just do what we enjoy, what we like to do, but you have to do what's necessary, be practical. То есть не делайте только то, что вам нравится, делайте то, что необходимо, будьте практичны. Yes, all service, you could say it's all absolute, but we're not all on that platform that we can see everything absolute. Да, мы можем сказать, что все служения абсолютны, но мы не находимся на этом уровне, что можем видеть это. At the same time, we know we have to do things, we have to do what's required. И в то же самое время мы должны понимать, что есть вещи, которые мы должны делать, то, что от нас требуется. So sometimes you just have to put aside what you like and what you, you know, you have to just forget about what you like to do and what you don't like to do, and you have to do what's necessary. То есть иногда вы должны делать вещи, то есть убрать в сторону то, что вам нравится, или то, что не нравится, вы должны делать просто то, что вам необходимо. Okay. So our conditioning is so strong. We're thinking, you know, I like this, I don't like that. That's the mind. Наша обусловленность настолько сильна, что мы можем думать, ну, я люблю это, люблю то, но это всего лишь ум. So if you can transcend the mind, it's very good. But it's not so, we know it's not so easy to always transcend the mind. Naturally, it's natural that some things, some you take pleasure to do some services and some things you don't take pleasure in. То есть следует как-то сделать свой ум трансцендентным, изменить его, но это не так-то просто. И, конечно же, естественно, будет такие вещи, такое служение, которое вам будет нравиться, и будет такое служение, которое вам не будет нравиться. But we should think Krishna takes pleasure in our service. For Krishna's pleasure we do this service. Но мы должны думать, что Кришна получает удовольствие от нашего служения, и поэтому мы делаем его для Кришны. And Krishna sees everyone's service equally. И Кришна видит служение каждого одинаково. Somebody is on the altar offering arti, and someone else is cleaning the temple floor, but Krishna sees everyone equally. Например, кто-то служит на, занимается служением на алтаре, а кто-то поет, моет пол в храме. И для Кришны эти служения равнозначны. So we do what's pleasing for Krishna, not for us. We don't think about what I want, we think about what Krishna is pleased with. И мы делаем то, что делает Кришну доволен, то, что удовлетворяет Кришну. Мы не думаем о том, что нравится именно нам. Мы делаем то, что удовлетворяет Кришну. Okay. Yes. Next question.
Yes. Следующий вопрос, пожалуйста, Раджарани Матаджи. Кришна, примите мои поклоны смиренные, все слава Шри Прабхупаде, Гуру Махарадж преданный. Сегодня говорили о демоне, которого убил Кришна. Если развесить иллюстрации до... Меня слышно? Ну, да, слышно более-менее. Ага. Если погромче будет, то хорошо. Ага. Если развесить иллюстрации дома со сценами, как Кришна убивает этих демонов, которые описаны Шримад Бхагаватам, зная, какую анартху олицетворяет каждый демон, созерцая их, медитируя, такая практика напоминания о грехах и их истреблению Кришной практично для нас, будет очищение от этого. Во время джапы, чтения джапы, смотреть на них и вспоминать об этих анартхах. Так можно? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, dear devotees, all glories to Шрила Прабхупада, please accept my humble obeisances. Today we were talking about the demon that Krishna killed, and if we just put on the world's illustrations with scenes like Krishna kills these demons, which are described in Srimad Bhagavatam, knowing what anartha each demon personifies by meditating on this, and this practice of reminding about sins, and that Krishna kills these sins, is it practical for us? Will it be cleansing for us? And while we are reading japa, we can look at them, and is it possible to remember about these anarthas? Is it possible for us? Is it practical? Well, Prabhupada doesn't mention it. Прабхупада об этом не упоминал ничего. This is from Bhaktivinoda Thakur. Это от Бхактивинода Такура. You can try. I don't know. The Prabhupada didn't comment on it. Вы можете, конечно, попытаться, но Шрила Прабхупада не дает никаких комментариев по этому поводу. We don't see any other acharyas explain these things. Ну, я не видел, чтобы еще какие-то другие ачарьи объясняли эти вещи. But Bhaktivinoda Thakur is certainly a great acharya. If you want to follow, you want to meditate, you want to think about it. The important thing is to hear the mantra. When you're chanting Hare Krishna mantra, you concentrate on hearing. И, конечно же, Бхактивинода Такур очень великий, величайший ачарья, и вы можете следовать за ним, но мы концентрируемся на мантре, на воспевании, на слушании. You're going to fix your mind, you're going to think about meditating on these different anarthas and the different demons and so on. That's something else, you know, you're getting away from the real business of chanting the holy name. И когда вы концентрируетесь на анартхах или размышляете об этих, о всех демонах, то вы, скажем так, несколько отстраняетесь от действительно того, что мы должны на самом деле делать. So I think you should first focus more on chanting the holy name. И я думаю, что прежде всего нужно сконцентрироваться на воспевании святого имени. Okay. Next question. Mm-hmm. И следующий вопрос, Ювати Матаджи, пожалуйста, ваш.
Хари Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Все слава Шриле Прабхупаде. Получается, что все эмоции, качества, признаки экстаза, описанные в нектаре преданности, искаженном, отражаются в материальном мире. То есть все наши чувства — это отражение экстатических чувств, о которых мы сейчас читаем. То есть так ли это? И пусть Махарадж, если можно, раскроет эту тему подробнее. Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. It turns out that all emotions, qualities ecstatic symptoms, which are described in Nectar of Devotion, they are just distort in the material world. So all our feelings are the reflection of the ecstatic feelings we are reading, that we are reading now. Can you just explain this topic a little bit wider? Well, everything which is there in the spiritual world, which is there in the dealings between Krishna and the devotees, is there in the material world in the perverted form. Yeah. Да, то есть все, что происходит в духовном мире, здесь, в материальном мире, оно все в искаженной форме проявляется. Just like the, you know, the loving dealing between Krishna and the gopis, it's also perverted in the material world. Например, как любовные отношения Кришны и гопи, они все искажены в этом материальном мире. We feel some love, we feel some affection for someone in the material world. We also may feel perspiration and hair standing on end and feel stunned. И мы также, как мы можем влюбляться и ощущать эти различные чувства, мы можем покрываться испариной, и волосы на нашем теле будут вставать дыбом и проявляться дрожь в голосе. We feel a lot of attachment for the material world, but that attachment is just the perversion of their real attachment to Krishna. И мы можем испытывать в материальном мире привязанность, но эта привязанность, она искаженная форма привязанности к Кришне. The person who we really love is Krishna. И личность, которую мы на самом деле любим, это Кришна. Okay. Next question. Yeah. Есть ли еще вопросы, дорогие преданные? В чате больше нет вопросов, я вижу. Там у Валентины Матаджи еще следующий вопрос. Нет, не вижу вопроса. Она убрала его. А, тогда прошу прощения. No more questions in the chat. Oh, really? Okay. Hare Krishna. Да. Можно уточнить? Да. Ну вот просто, чтобы понять, так в духовном теле у нас тоже есть, у нас же нет там ни крови, ни слизи, ни слез, как бы ничего этого нет. Или есть все-таки в духовном теле? Кришна. The question is, do as our material body is the reflection of our spiritual body, do we have any tears or blood or just mucus in our spiritual body? Mm-hmm. No, spiritual body is Satchit Ananda. Нет, этого нет. Духовное тело — это Satchit Ananda. The spiritual form doesn't have bones and blood and mucus and things like that. И в духовном теле нет вот этих всех слизи. Bones, you told? Yes, we don't have bones and blood. Нет костей, нет крови, нет слизи, нет всех этих вещей. But the spiritual body is made of spiritual energy, not gross matter. И духовное тело, оно состоит из духовной энергии, то есть там нет каких-то грубых вещей.
So the spiritual body in the spiritual world, there's no old age, there's no disease, there's no death. И у духовного тела в духовном мире нет старости, болезни и смерти. Those old age, disease and death are here in the material world with the material body. И старость, болезни и смерть существуют в этом материальном мире, они случаются с материальным телом. It's the material body, which, because it's material, because it's matter, so it deteriorates, and we get old, and we get disease, and we die. И из-за материального тела мы стареем, болеем, умираем. But in the spiritual world, there's none of these things, no problem. Но в духовном мире этих вещей нет. Там нет проблем. In the spiritual world, everything is pure and uncontaminated. В духовном мире все чисто и не загрязнено. And the feelings which the devotees have are all centered to Krishna. И все чувства, которые испытывают преданные, они все сконцентрированы на Кришне. Everyone loves Krishna. Krishna is the center of everyone's life. Все любят Кришну. Кришна является центром жизни каждого. A devotee in the spiritual world will not say, "Oh no, I'm not so much bothered about Krishna. I'm more concerned about my family." И преданный в духовном мире не скажет: «О, я не так озабочен Кришной, я больше думаю о своей семье». All the devotees in the spiritual world are just madly in love with Krishna. Все преданные в духовном мире, они состоят в любовных отношениях с Кришной. Of course, they have different. There's different types of devotees. Some devotees are in Shantaras, and some are in Dasharas. Different positions. Конечно, существуют различные уровни любви к Кришне. Кто-то находится в Даси, в Шантарасе, кто-то в Дасирасе с Кришной. Just like today, we heard about Raktak. He is one of the servants of Krishna in Vrindavan. Как сегодня мы слушали о Рактаке, которая является слугой Кришны во Вриндаване. So he's a very nice devotee. He's a pure devotee. He's an eternal associate of Krishna. But he's a servant. He's a servant. He's doing menial service in the home of Krishna. И это тот, кто общается с Кришной очень близко, и он, это Рактака, он чистый, преданный, но тем не менее он его слуга, и он выполняет вот такое вот, скажем так, низкое, да, минимальное служение для Кришны. And he's happy to be the servant. He feels satisfied to be engaged in Krishna's service. И он счастлив быть слугой Кришны, он удовлетворен от того, что он занимается служением Кришне. He doesn't think, "Oh, I want to be a cowherd boy. I want to go with Krishna to the forest." Он не думает: "О, я хочу быть мальчиком-пастушком. Я хочу там пойти с Кришной в лес." He understands. I'm a servant of Krishna. My duty is to serve Krishna. И он понимает, что он слуга Кришны. Он понимает, что моя обязанность служить Кришне. We want to enjoy Krishna. И мы хотим, we want to enjoy Krishna? Yes, yeah? We think Krishna is for our enjoyment. Would you repeat this once again, Guru Maharaj? We think Krishna is for our enjoyment. Но мы думаем, что Кришна, он предназначен для того, чтобы наслаждать нас. But our position is to be enjoyed. We are the energy of Krishna. We're meant to be enjoyed by Krishna.
women to be enjoyed. Yes, we are feminine. Krishna is the male, and we are all female in relation to Krishna. И Кришна это мужская сущность, а все мы имеем женскую сущность в отношениях с Кришной. So we are like the instrument in the service of Krishna. И мы все как инструменты служения Кришне. You're just like if a worker has some instruments, maybe the blacksmith may have a hammer, so he will. The hammer is his instrument. И, допустим, плотник, он, у него есть молоток, и молоток для него это инструмент. So the instrument doesn't have any feelings of his own. He simply does this whatever he's used, whichever way Krishna wants him to do. И молоток он не испытывает каких-либо чувств, он просто делает то, что Кришна от него хочет. Sometimes Krishna will use, sometimes the hammer will be used to hit something very hard, and sometimes it will be used to hit something soft. И иногда молоток используют для того, чтобы бить почему-то очень горячему, иногда почему-то мягкому. So the hammer does not have any objections. He's simply there to serve, as Krishna wants to use. И у молотка нету каких-то возражений против того, как его используют. Он просто действует. Действует так, как его используют. So our duty is just to surrender to Krishna. И наша обязанность состоит в том, чтобы просто предаться Кришне. And the body is just it's Krishna's energy. In the spiritual world, we have a spiritual body. И тело — это просто энергия. В духовном мире у нас и духовные тела. And we don't hear that there are any bones. There's no bones to break. There's no things, you know, there's not going to be any defects with the spiritual body as we have with the material body. То есть там нет никаких костей, которые могут сломаться, да? То есть нет никаких дефектов, которые имеет материальное тело. We have to understand the nature of the spiritual world. Мы должны понимать природу духовного мира. We cannot conceive with our material senses, but we can hear about the spiritual world from the scriptures. И мы не можем воспринимать нашими материальными чувствами, но мы можем чувствовать через Священные Писания. So we hear how there's a world which, where there's no need of the sun or the moon. Everything is self-effulgent. То есть и таким образом мы можем осознать, что есть мир, где нет ни солнца, который не освещается ни солнцем, ни луной, и что все предметы, они сами излучают сияние. And everyone is blissful. They're all joyful in Krishna consciousness. И все очень... И все... И все очень воодушевлены и находятся в блаженном состоянии в сознании Кришны. Okay. Yes. Any other question? Мадхаджи, ваш вопрос еще. Хари Кришна, я просто пишу, уже не успеваю. Почему такой вопрос? Есть же материальный Вриндаван здесь, воплощение на Земле, да? Как место. И есть духовный Вриндаван. И вот все вот спутники, которые в играх проявлены здесь, они в материальных телах?
Или это тоже какие-то экспансии Кришны? Как-то вот разъяснить вот этот момент. There is spiritual Vrindavan and there is material Vrindavan here on this planet and are all attendants of Krishna when they are here on this planet, do they all have material bodies? The attendants of Krishna, when they come to this world, they don't have material bodies. И спутники Кришны, которые приходят в этот мир, у них нет материальных тел. Just like when Krishna comes, it appears Krishna has a material body. People don't understand. И люди не понимают, когда приходит Кришна, и они думают, что у него материальное тело. And the same way Krishna's associates, when they come in their spiritual body. И подобным же образом спутники Кришны, когда они приходят в своих духовных телах. But they appear to be material. Their bodies appear to be material. Но кажется, что их тела материальны. So we see some of the great devotees of Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu, how they disappear from the world. They don't have any ordinary material body. И мы можем видеть, как спутники Господа Кришны или Господа Чайтаньи Махапрабху покидают этот мир, то есть у них необычные материальные тела. Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu, how did he leave the world? How did Lord Nityananda leave the world? Например, как Господь Чайтанья покинул этот мир, как Господь Нитинанда покинул этот мир. And there were other devotees, there's other devotees, their bodies would enter into the deity, they would just disappear. И точно так же происходит с другими преданными, например, когда они входят просто в тело божества, их тело растворяется, исчезает. There was one devotee of Lord Chaitanya, Narottama Das Thakur. His body became milk when he was taking bath in the Ganga one day. His body just turned into milk. И, например, был такой преданный Narottam Das Thakur, преданный Господа Чайтаньи, и однажды он оставил тело таким образом, что он вошел в Гангу, а его тело растворилось и превратилось в молоко. So, if you have a material body, can't do that. И таким образом, если у вас материальное тело, то вы так сделать не сможете. You understand? Вот этот момент понятен, да, Матаджи? Да, Хари Кришна, спасибо большое. Yes, yes, thank you very much. Should I ask if there are any questions? Yeah, are there any more questions? Есть ли еще какие-то вопросы? No more questions. No more. Okay. So we'll finish here. А сегодня мы здесь закончим. Okay. Thank all the devotees. We thank Tatyana for translation. Спасибо всем, дорогие преданные. Hare Krishna, please stay healthy, stay alive. Пожалуйста, берегите себя, будьте, заботьтесь о своем здоровье. Stay alive in Krishna consciousness. И, пожалуйста, будьте живы в сознании Кришны. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Or back to Vrinda ki jai. Jai. Jai.